Тамплиеры, два всадника, сидящие на одном коне. Некоторые попугаи, которые подчас ведут передачи по телевидению, рассказывают, что тамплиеры были такие нищие, что подчас сидели два всадника нищих монаха на одной лошади. Ну, это бред вообще, понимаете? Это что надо было съесть, чтобы такое болтать, такую чушь? Во-первых, все эти тамплиеры, чтобы вы знали, их содержала их система, и они кушали только из золотой посуды. Поинтересуйтесь. Специально были харчевни различные, специально для них держали определенную золотую посуду. И когда они приезжали в какую-то харчевню, их бесплатно кормили в золотой посуде. Там были специальные традиции и прочее. Вы, к сожалению, в большинстве своем знать не знаете вообще об этих древних технологиях.